Муж Кати Асачи Юрий Горбунов стал репортером светской жизни. Юрий Горбунов помогает Кате Асачи в программе «Светская жизнь», пока она занята уходом за их новорожденным сыном. Сразу же после рождения второго ребенка Катя Асачи отметила, что не собирается уходить в долгий декретный отпуск и как можно скорее вернется к работе. А пока все внимание ведущей посвящено новорожденному сыну. Ей помогают ее коллеги, которые на время станут репортерами в программе Асачи «Светская жизнь». Проявить свои журналистские способности уже успела супер-блондинка Оля Полякова. А теперь на помощь Кате пришел ее супруг Юрий Горбунов –